Хашки, 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 друзья, с вами Богдан. Сегодня мы играем в Simple Sandbox на новой карте Резермерс с нами Старки. Где же он находится? Привет, внук. Какой внук? Я не понял. Блять. Ой, блядь! Старк, что с тобой случилось? Я же только 3 дня не снимал, Старк. О боже мой. Ай, блядь, боже. Привет, бабушка, я твой Галкин. Ой, блядь, Старк. Сука, падаю. Кто? Какой Хоризон? Хоризон, иди. Так, Хоризоны мочим. Бабуля, уходи. Ну, Хоризон. Бабульку не трогай. Ты у бабульки мотоцикл забрал, пидор! Слышь ты, сука. Отдай бабульке ее мотоцикл. Бабулька... Бабушка с АК-47, пиздец. Сука, я не могу. Угорище в том, что она стоит с АК-47, блядь. Это еще вопрос, бабуля. Какие у тебя красивые тапочки. Твои сухие губы просто неотразимые. Очки твои, твое плохое зрение. Это все, что мне надо. Я плохо вижу и слышу. Блять. Бабуля, у меня для тебя есть предложение. Переходи на темную сторону, бабуля. Переходи. На темную сторону, бабулька. Будешь моей помощницей. Я Дарт Вейдер, а ты моя миссис Дарт Вейдер. Приходи на мою сторону. Да, Старк, да, это меч. Хоризон, сука, не выбешивай меня. Я, бляха, Дарт Вейдер. И у меня пересохло в горле, и сейчас ты пизды получишь, сука. Где этот Хоризон, блядь? Чё за пидоров? Чё за клоун, блядь? Хиппи, блядь. Всё. Мне 23, а я держу себя в руках. Он держится до последнего. Ах ты ж сучка. Ёбаная хиппи, а, на тусе. Она убила бабулю! Нет, нет, Старк! Сучка! Она убила ее. А ей же остался 2 дня. Ей же осталось 2 дня до пенсии. О, кто-то не сдержался и начал матюкаться. Ты же у нас великий. Кикни шлюшку. Да, моя госпожа. Сейчас кикнем. Я только не помню, как это делалось. Блин, а как это делать? Меню. О, вот. А, она ушла. Хоризона ебануть?
А, шлюшка уже ушла. Блять, я не могу. О, боже, где можно было такой скин откопать? Кто я? Я не делаю уроки. Ой, блядь, хо-хо-хо, и грозная бабуля. Ну, чочек, почему ты не доел супа? Везде. Бабушка со стволом. Интим. Хиризон. Хиризон, где ты работаешь? Хотя, знаешь, по твоему имени я могу даже догадаться. Ух ты ж, сука, Дарт Вейдер, ебан. Битва джедаев, блядь. Ай, блядь. Дилер, блядь. Автодилер, сука. Бабка, спаси. Пидорас! Выходи на бой, сука. Итак, внимание. Великий подъеб! На тебе, сука, подъебал! Подъебал, джедайчик! Сука. На, сука, бабулька встала, воскресла. Потому что старые люди всегда воскрешаются, слышишь? Ах ты, пидорас. Ебать, Костя. Нахуй пошел, Костя. Чего все на бабульку кидаетесь, я не понял. Где этот пидорас? Да ну, блядь. Дайте дописать. Кирилл, у меня для тебя очень-очень важная новость. Кирилл, выслушай меня. Кирюшка. Кирюшка, нахуй пошел. Вот для тебя моя новость. Кирюшка ушел. А нехуй меня палить. Ёбаный джедай, тут только я с красным мечом, ясно? Только я, блядь, только я. Боже, Галкин о таком не мечтать не мог. Боже, посмотрите, какая она старая. Чё там происходит, блядь? Хоризонт, ты охуел там? Ты станешь моим падаваном, юная бабушка. Блять, юная бабушка. Сука, она исч... Стар, куда ты исчез? Естественно. Ебать. Ебать его не... Тебя только что... Блять, мотик ехал, но бабули не было. Сыночек, не скажешь, где базар? Боже мой, неплохо. А так, пора и мне чем-то там обзавестись. Давайте посмотрим, что есть. Вау, неплохо.
Блять. Оу. Это что такое? Что, скорая? Что за хрень? Что за хрень я взял? Что за силикон? Машина с силиконом. Чё, охерел? Воу, Одри! Ты, блядь. На нахуй сдыхай, ты пидорас ебаный, Хоризон, автодилер, блядь. Автодилер Хоризон. Ах ты ж сука. Убил девку. Да бабы они такие, вечно... Ах, ты заебал. У нее я... блядь. Слушай, блядь, я не виноват, что у тебя месяц, иди себе купи, там почка, блядь. Сука. Ебаная. Пизда тебе. Ой, пизда, ой, горюй. Ты что за пидор? Хули ты там стоишь? Костя, ты задолбал? Блядь. Сука. На нахуй! И его за. Что взять на заметку? 8 лет не будет. Хорошо. Так. О боже, блять, еще немножко, и я его ебану. Сервер. Блять. У меня залагало. Кто, блять, ебаном фургоне? Старк, это был намек. Вон бабулька едет. Так, сейчас. Это не Костя. Это какой-то хуй. Хорошо, хуя убили. Блять, я не могу, сука, копить. Блять, я просто не могу. Людочка, ты куда уехала, блять? Так, сука. Грозная бабушка. Вон. Ой, долбоёб, сам себя убил, ой-ой-ой. Мне еще нравится, у нее там такой сарафанчик на тапочках. Так, давайте сейчас тоже мочку возьмем. А мы чисто такие, в оранжевом костюме. Костюмеры. Эй, бабуля. Блять. Сука, блять, мне 78. Круто. Сука, заяц! Заяц, блядь! Какого хера? Какого хера тут происходит, блядь? Сейчас, блядь!
Какого хера тут делает заяц, блядь? Заяц, иди обратно в стриптиз-клуб, сука. Пиздец, просто горизонт. Я сейчас выгоню, ты вообще не интересен уже, понимаешь? Внучок, блядь. Ты кому это ставишь? Капец, тут даже ебаные зайцы! О боже. О, блядь, зря. Все, он заебал уже, честно. Сейчас. Сейчас, ребята. Потому что заебал. Ой, я его почему-то кикнуть не могу. Все, до свидания. Не Старк понял, что я сделал. Потому что я хочу остаться наедине с милой девушкой, которой 78 лет. Бам-барам, бам-барам. Я уже иду, любимая. Там-дарам. Показать Тите, пока вы, я хочу. Блять. Сейчас я кое-что подарю ей. Знаешь, я такое дарю не каждому. Это для тебя. Знаешь, за сколько я это купил? мой любимый ствол, я всегда в каждой серии его беру. Да ну иди сюда, ну любимая, ты куда ж летишь? сейчас, надо удлинить, я ж тогда так поймаю. Ты куда ты собираешься убежать? А? Ты не убежишь от меня. А ты из девушек, которая после третьего свидания, да, я так понял? Старк, там успокойся, куда? Старк. О, привет. О, я его двигаю. Почему? То, что ты с АК-47, не значит, что ты не можешь взять и принять этот подарок. Ты куда ты валишь, Старк? Я не понял, какой... Оху, фух. Я сейчас охрипну от смеха уж. Короче, все. Знаешь что? Не хочешь ты от меня подарки? Блять, на, сука. Подавись своим стволом, не хочет меня подарки принимать. Ядор твой, ядор, блядь, прими мой ствол, если не это, то вот это, ты идешь красненький такой в руках. Бля, а звук классный. Вот это недавно обновление сделали, появился световой меч. Старк, тебе надо такой купить. Я ж знаю... Ой, блядь, чуть не ебанул бабульку. Я знаю, что ты любитель Звездных войн, особенно Дарта Вейдера. Клешня. О, я, кстати, забыл, что тут есть... Тихо, тихо, блядь. Ой-ой-ой, конечно. Сука. Сука. Сука.
О, бабка начинает убегать. Дарта Вейдера тебе не победить, блядь. Блядь. Ой, блядь. Убирайся, реклама. О, ой-ой-ой, у него воинственный взгляд. И начинается снова дуэль. Знаете, в чем я нашел бах? Блин, хули, блядь, я чуть не блядь, стар, знаешь что? Ой, блядь. Вот знаешь, я иду, начинаю на тебя нападать с мечом, и тут передо мной появляется какая-то материя. О боже мой, романтик. Это не уборка, милая, это романтик. Ты хочешь ответить наш первый день знакомства? Покатай меня, внучок. Брать я не могу, кстати. Странно. Что, блядь? Ого. Так, сразу самый главный вопрос. Блядь. Ого, это аж... Ого. Меня аж передёрнуло. Ну ладно. Стриптиз от Дарта Вейдера. Начинается. Я богатая особа. Начинается. Пам-парам. Надо какую-то эротическую музыку. Какие у тебя седые, беленькие, красивые волосики. Пам-парам-пам. Пам-парам-пам. О, куда ты? О, боже! Тихо, я ж хорошо танцевал. Ты чё, милая? Блядь. Тебе что, не понравилось? А, ты хочешь... О, ничего себе. О, давайте посидим. Ну чё, нормально так сидим, да, внучок? Блядь, у меня так... Блять, у меня такая харя, посмотрите на мои глаза, я в ахуе просто от того, что происходит. Подожди, Стар. Ого, ого. Просто посмотрите на его лицо, он в ахуе. Блядь, что тут происходит? Посмотрите на руки посмотрите. Руки. Скромная тихая парочка. Алла Пугачёва и Галкин. Летсплейщики, блядь. Два летсплейщика сели передохнуть. Вокруг свечи. И мы наблюдаем за закатом, ведь сейчас вечер. И у нас романтика. Капец. Ну раз мокрая, вперед. На-на-на. Погоди-ка. Ща будет. Сиди на месте. Закрой глаза. Закрой.
Присаживайся. Я быстро. Попробуй. Что не так, милая? А сейчас сделаю все максимально правдоподобно. Оп. Меня ж двигает. Меня ж двигает. Погоди. Вот так. Вот это не по... Блядь, сейчас. Боже, ребята, тут можно цензуру просто ставить. Неплохо, да? Блять, ладно, я это выкину. Ну давай, я присяду, пожалуй. Сейчас будет жесть. Ой, блядь. Блядь, что это? О, да. Блять, блять, Старк, все, все, уходи. Вот это, блять, вот это да. Я сейчас со смеху помру. Я сейчас со смеху помру, блядь. Ой, у меня челюсть болит. Ты еще спрашиваешь? Ебать, просто жизнь. Не, какого хера? Пидор, ты убил мою стриптизершу, блядь! Сука ебаная! Ты убил мою стриптизершу, я за неё день не заплатил. Пидорас. Что, не терпится, блядь? На нахуй. Капец, а я же уже почти закончил. Вот так. Так, 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 так. На нахуй, на нахуй. На, сука. На, блядь. Где я, блядь, нахожусь, а? О, я почему-то прыгать не мог в той части. Кто плазму на детской площадке? О, блядь, бух. Чё, сильно охуевший, блядь? Ты мою стриптизершу убил, вот тебе месть за это.
Ну что, продолжим или у тебя уже не то настроение? Что ж ты будешь делать? Серьезно, блядь? Так, слушай, не мешай. Понимаешь, было так хорошо. Все. Все наладилось. Давайте себе машину возьмем. Пам. Вторую я брать не могу. А какая же у меня еще есть? На, держи, это для тебя, это за то, что ты мне станцевала. Держи. Мне очень понравилось, поэтому я решил тебе подарить вот это. Держи. Так, ребята, общество наше и держится на этом. А на мотике. Блять, а как же мне машину другую взять? Вот знаете, в чем эта хрень вся здесь? Что тут больше не берутся машины? Ладно, у меня есть байк. Ого, какой-то я Пошка. Давай. То всаживайся, а? Посмотрите, он как на велике на нем. Итак, сейчас мега заезд. Готово. 3, 2, ребята, сейчас будет гонка. 1. И начинается. О боже мой, начинается стартовая прямая. Стартовая прямая начинается. Вперед, нас не догонят, блядь. Мы едем. О боже, начинается самое опасное, что есть, и... Ни хрена себе! Сейчас, еще один опасный поворот! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да, проскакиваем! Ни хрена себе! Давайте посмотрим, что там. Что произошло? Старк упал? Я просто не видел. И мы достигаем финиша. Мы выигрываем, блядь. Оп. I'm biker, Darth Vader. Сейчас будет гонка на мотоциклах. Давай, я готов. Я стою и жду тебя, моя леди.
Галкин ждет. Влад, Андрей пришли. О, чувствую, сейчас будет перестрелка. Все, вот он. Вот она. Стоп! Ух, ебать, бабуля. Ого. Давай, подъезжай. Я уже жду. Я готов к гонке. Итак, начинаем. 3, 2, 1. И поехали. Ого, бабуля! Что творится? Что она делает? Я пытаюсь ее обогнать. Я это делаю! Стоп! Блять! Нет! Но! О, боже мой, блядь! Немножечко не получилось. Так. Где бабуля? Вон она! Ни хрена себе! Погнали обратно. О, выдавил все, что было. Блять, еще так повернулся на него. Слышь, ты, Элвис? Долбоёб. Да, блядь, ты Элвис. Бабуля, подъезжай. Вот она, вот он. Старт. Ну. Ага. Сейчас. Итак, мы начинаем снова гонку. 3, 2. И надо как-то очень быстро. Ву! Элвис Пресли выходит вперед. Где же Старк? Сейчас будет месиво. Ой-ой-ой-ой. Ребята, там уже какой-то... О, твою мать! Ну, блядь. Отлично. А, ну, па... Чудесно, блядь. Чудесно, блядь. Ой, блядь. Сейчас. Надо подъехать. Бам-барам-пам. Бам-барам-пам. Я готов.
Ну что ж, поехали. 3, 2. Бабуля Элвис Пресли и Дарт Вейдер готовы. Один, и начинается гонка! Ой-ой-ой, бабушка Старк, что ты творишь? Что Старк творит? Что Старк творит? Да и я снова выхожу вперед, и что же это будет? Что же это будет? Давай-давай-давай-давай! Вот это да! И блять, блять! Сука! Вау! Как-то реально. Наебал. Бабулки. Унибал. Вот это да! Ни хрена себе, Старк! Ого! О, Андрюха согласился. Три. Два. Один. И начинаем гонку. Бабуля выходит вперед. Старк, что ты творишь? О, боже мой. Немножко лагает. Старк разгоняется. Ой, бля, Старк. Походу, Старку стриптиза не будет, а будет ли... И да! Да, я выиграл! Да! Сейчас я диванчик подготовлю. О боже. Дима, не обижай меня. Фу, Дима не будет танцевать стриптиз. Все. Пока. Пам-пам. Ну, почему-то не удаляется. Странно. Ладно, давайте подготовим диван. Оу, праздничные часы. Так, готовим диван. О, я придумал кое-что получше. Ай, блядь. Ай, блядь. Дима, ты ковбой, Индиана Джонс, блядь. Андрюха, я не понял, что за балда. Он Старк, молодец, а ты? Блин, почему я Диму не могу убрать? Я не понимаю прикола. Ты сделал скрин.
Ого, бабушка, ты любишь пожестче, ты любишь грозно. Дима, выйди! Так, Андрей, Видошару захотел стриптиз? Ноги. Почему я не могу их кикнуть? А если я стану? Я смогу их кикнуть? Почему-то они убираются. Пам-парам, пам-пам. Андрюха, спокойно. Андрюха заметушился, он не этого ожидал. Блять, ладно, а я просто полежу. Слушайте, мне не нравится, что тут фиолетовая кровать. Мне нравится, что Андрей тут лежит рядом со мной. Как-то он меня беспокоит. Так, я не понял. Дима, охуел? И все равно я не могу кикать. Кик-кик-кик-кик. Да почему? Дима. Нахуй, Дима. Андрюха, все нормально. Диана Джонс. Так, что там еще у нас есть? Я парень. Давайте. О, отлично, этот запор меня уже достал. Я знаю отличное средство от запора. Нужно прийти к одному ютуберу, посмотреть одно видео, и запор тут же пропадет. Так, хорошо. Что ты хочешь, блядь, а? Достал. Ну, парень, слезай. Отходи. Я рад, что убрал. Как их кикать? Почему они не убираются? Я сколько раз уже это делал? Блин, слишком много людей. Ну, нафиг. Так, мне кажется, с этим пора заканчивать. А то типа... Стоп! Ты чё под это под бошку ставишься? Я не могу понять. Уехал, блядь. Погоню, погоню, погоню! Вперед! Мы достанем эту суку. Старк, вперед! Вот он, блядь.
Ах ты ж, сука, хитрая жопа. Слышишь, блядь, охуел? О! Ах ты, блядь, сука ебаная. Хули ты на Дарта Вейдера нападаешь, пидор? Где он, блядь? Блять, я не могу, я это увидел, пока ехал. Слушайте, сейчас будет угар. Не играй, раз тебя не любишь, классный троллинг, классный, хорош. Причем тут студент, я не могу понять. Если ты не студент, значит ты любишь себя и ты ей. А если ты студент, то ты себя не любишь, да? Да давай, блядь, быстрее едь, я тебе хочу подарить подарок. Студент гей? Димон, ну блядь. Сука. Дима. Дима, студент гей, иди сюда. Пам-парам-пам, ребята, вот это да, вот это поворот, я Галкин. Да. Старк школьник. О, долбоёб. Давай, давай, пошли. Идем. Старк. Слушай, Старк, а ты уроки по делу? В смысле, ему 5 в школу не ходит. Пошли.
Вот, держи, это тебе, мой Димочка. Сука, блядь! Дима... Дима, повернись, ну так же я тебе не всуну. Опа! Ему, видать, нравится. Ладно, Дима. Стреляй, блядь! Да все, Дима, вздыхай, ты уже никому не нужен. Пососал и свободен. Нормально. Отсосал и свободен. Все. О, чемоданчики, Андрей, ты от нас уходишь? О, что делаешь, Андрюха? Андрюха, не надо, я же с дробовиком как бы. Ты хоть бы думал. Ебать. Что это было? Чё ржёшь? Студент, да, блядь? Чё ржёшь? Капец. Да, чувак, конечно, грамотности. О, дам, чоржов. У меня... Пиздец, долбоёб, понимаете? Пиздун. Человек, который любит попиздить. Пиздун. Это я, вам от меня перевод. Кто такой пиздун? Слушай, я не понял, что за хуйня? Кто меня убил? Так я не понял, чувак. У тебя маленький, Дима. Он сам ушел. Да, затроллили школьника. Бам-барам-барам. Ну, ребят, будем тогда на этом заканчивать. Капец. Вот это наржались. И Старк. Красавчик, просто. Надо себе какой-то скин кролика купить или что-то. Что за хуйня там? Давайте перед тем, как выйти, посмотрим, что это за хрень. Какого хера? Воу. Еба. Ну ладно.
Ну хорошо, ребят, будем на этом заканчивать. Ждите новых серий. С вами был Богдан и Старк. Всем пока.